Далее приготовил сюрприз. Да, и сюрприз тоже. Знаете, мы прожили достаточно бурную, ну в хорошем смысле, интересную молодость. И мы ходили в походы, мы ездили по стране, очень много проезжали. У меня есть друг, с которым я ходил в походы, пел песни вместе. И, к сожалению, ну, так сложилась жизнь, что он очень далеко от нас сегодня. Настолько далеко, что неизвестно, когда он сможет приехать к нам в город, к нам в гости. Но, тем не менее, есть какая-то духовная связь. И для меня в свое время стало дополнительным, как сказать правильно, дополнительным стимулом то, что этот человек, зовут его Александр Петров, он, оказывается, написал достаточно много песен на стихи людей. Вот я хочу, я подготовил несколько песен, но скажу сразу, что многие из них мы поем уже много лет. Есть стихи, которые давно положены на музыку. В частности, вот песня «Города». Ее даже исполняет наш квартет «Звуки ветра». То есть песня, которую в свое время даже исполняли по какому-то там, не помню, каналу, какому-то из центральных каналов. Там Саша Петров пел вместе с Варей Висбор эту песню. Вот, то есть, как бы, это творчество известно. Но, тем не менее, я хочу несколько песен показать в том понимании, как понимаю их я. Потому что, ну, каждый исполнитель в данном случае, да, он по-своему воспринимает музыку, и текст, и интонации. И я каюсь, я, ну, не то, что переделал, переделывать нельзя, есть авторы. Но есть такое понятие аранжировка. Вот я их прочитал по-своему. Поэтому я постараюсь вам их сейчас показать так, как понимаю и слышу их я. Первая песня называется «Посвящение Висбору». Снега по пятницам и катится куда-то жизнь, и катится, а по субботам солнце и ветра, надежды не воскрешаю воскресенья. А утро снова смотрит по-осеннему, и пропадают дни и вечера, и пропадают дни и вечера. Исчезли понедельники и вторники, начисто смели с асфальта дворники, что убирают двор наш по средам. Но есть еще она, моя бессонница, из брошенной листвы взлетает конница. Падает счастливая звезда, и падает счастливая звезда. И снова по привычке не покатится. Дожди по четвергам, снега по пятницам, а мимо будут мчаться поезда. Дорога, как и песня, не кончается.
дождь и снегопад над ней качается. Немеркнущая в изборах звезда. Немеркнущая в изборах звезда. Дожди по четвергам, снега по пятницам. И катится куда-то жизнь, и катится. Дожди по четвергам, снега по пятницам. Очень много песен, стихов, посвященных нашему городу. И вот один из них, он так и называется «Нашему городу», вот, тоже на сегодняшний день тоже песня. Еще одна песенка, она такая, знаете, вот, меня напомнила детство, которое прошло на Пушкинской, которое прошло в 15 примерно минутах ходьбы от пляжа Лоржерон, потому что мы бежали прямо вот вниз по Дерибасовской, с лесенки сбегали, ну, тогда это называлось
у нас канава, перебегали на ту сторону, и там по спуску этому карантинному поднимались в переулок Нахимова, и мы уже практически в парке Шевченко, а там уже и пляж рядом. Было много своих потаенных мест, в этом парке были там и фруктовые деревья, и тенистые полянки, и как-то вот все вот это, оно настолько емко улеглось в эту песенку. Ну, в общем, сейчас я вам спою, вот примерно, чем-то. Было очень много смыслов заложено. От названия букв до тех текстов, которые из нее составлялись. Настолько многослойное было вообще явление, что вот эти древнерусские тексты до сих пор, наверное, поскольку мы немножко потеряли в этой философии, мы не можем до конца правильно прочитать. Это одна мысль, которую я хотел сейчас вам донести. Вторая мысль заключается в том, что я считаю, что самый интернациональный фрукт – это яблоко. Вот посмотрите, он самый северный. Дальше начинаются только ягоды. Да? Он самый восточный. И он, его едят такое количество людей невероятное, что ну, он объединяет народы, поколения, все что угодно. Так вот... Вот это само название «Человек-человеку яблоко», оно имеет столько же много смыслов, сколько и древнеславянская буквица. Как и, собственно говоря, все стихи Людмилы. И вот здесь получилось так, что стихотворение, которое было опубликовано в Фейсбуке, я его прочитал два раза, на третий раз я его уже спел. Вот это и есть вот обещанный сюрприз. Это песня, которая написалась буквально вот этой осенью, после прочтения одного из свежих на тот момент стихотворений.
что моя радость нам еще уготовил Господь. Щедрость осени светлую благость, теплых дней золотую щепу. Лужицу утренних хрусткую лединку, то дожди, то стихи не в попад, уходящее лето тропинку. В сердце августа в яблоко пад, в уходящее лето тропинку. В сердце августа в яблоко пад, эти яблони нас еще помнят. Помнят свет от упавшей звезды, то, как август желание исполнил, обходил на прощание сады. Тишину деревенского храма с верхом полную падал кикать, словно память целебни бальзама. Для осенней поры не сыскать, словно память целебни бальзама. Для осенней поры не сыскать, чтобы помнилось все поминутно. Где там петли дверные скрипят, отыскать ту калитку под утро и тропинкой пройти через сад, что от красного лета осталось, как отрезанный в спешке ломоть мед и яблоки. Все, моя радость, все, что нам уготовил Господь, мед и яблоки, все. Моя радость, все, что нам уготовил Господь. Браво!